Ученые продолжают углубленно изучать древнюю эпоху. Наш телеканал, в свою очередь, озвучивает выводы, озвученные на международной конференции «Олос Алтынорда». Уже в следующем году начнут реализацию плана по древнему городищу Сарайчик. За круглым столом журналист Даурен Куат озвучил 13 важных вопросов. Он также отметил, что в изучении эпохи Золотой Орды не хватает специалистов и предложил Министерству образования и науки рассмотреть вопрос о выделении грантов. Подробнее в репортаже моих коллег. Историки, ученые, археологи углубились в прошлую эпоху и поделились тем, что узнали. Среди них были и те, кто высказал свои предложения. По итогам совещания Даурен Куат озвучил решение международной конференции. В нем было охвачено 13 вопросов, имеющих значение на будущий год. Первое – провести всестороннюю поисковую работу на международном уровне по изучению проблем политического, социального, культурного развития государства Золотой Орды с целью научного уточнения международной историографии проблемы золотоордынской цивилизации в контексте нового глобального положения истории Золотой Орды, укрепление связи между зарубежными учеными, изучающими эпоху Золотой Орды, и гуманитарными институтами в стране, совместные проекты. Второе, учитывая важную историческую роль Жоше Улуса Золотой Орды в становлении Казахского ханства, открытие научно-исследовательского центра из республиканского бюджета. По принятой резолюции результаты раскопок, относящиеся к золотоордынскому периоду, вводятся в научный оборот. Найденные экспонаты будут сохранены и представлены на всеобщее обозрение. Кроме того, в научном музее планируется создать собственную выставочную экспозицию, посвященную истории государственности. А в изучении эпохи Золотой Орды и истории Казахского ханства не хватает специалистов. Журналист предложил Министерству образования и науки выделить гранты на решение проблемы нехватки кадров. Восьмой. Популяризация основных символов периода Золотой Орды – Жоше, Бату, Берке, Темир, Узбекхан, Едигеби, Тохтамысхан. Проведение познавательных мероприятий для государственных телеканалов и информационных агентств по развитию истории Улуса на интернет-ресурсах. При этом открытие регулярных интернет-ресурсов, пропаганда докладов историков и ученых, проведение исследований гробницы Касымхана с привлечением отечественных и зарубежных ученых и организация научно-практической конференции на основе найденных ценностей. Международная конференция, прошедшая в регионе, принесла положительные изменения в изучении истории Золотой Орды. Со следующего года будет реализован комплексный план, посвященный Сарайшик. Торгун Жортабай, Аймур Хайруллина, телеканал «Атырау».